дела. Какая у тебя блузочка. Привет всем. Красота неземная. Ну, пошли. Пошли, у нас... меня расческа потерялась, я не могла расчесаться, надо купить что. Ну так, живенько, это тоже хорошо. Пошли, поедим в местной забегаловке, самой дешевой. Я только за. Идли 10, вода 15, чай не знаю сколько, но тоже, думаю, копейки стоит. Чур я угощаю. Хорошо, спасибо, но Саша все равно сорвется с крючка. Он говорит, я вас отведу туда в локал, а я хочу круассанчика по-богатому. Он потом уйдет в Хануман-кафе. Ну, расскажи мне, как ты обустроилась, как ты спала? Я европеец. Я люблю хлеб, круассаны, вафли, блины, панкейки. Парадху. Это что? Ирина, breakfast, I will pay, окей? Okay? А сами типа договорились. Да. А то он успеет. Представляешь, я сейчас пока ждала, хозяин-то вот той квартиры напротив меня живет, кричит уже, Марина, иди сюда, заходи ко мне, иди сюда. Баджина. Я думаю, зачем я вышла? Вот наши дома напротив, он сейчас будет все время меня контролировать, видеть. А вдруг ты вернешься после 9? А что я вчера тебе вернулась будет? В 10. Я думала, меня не пустят, но у нас нормальная хозяйка, у нас не закрывает. Здесь вообще по Топарте, конечно, такой городочек, живет особенной жизнью большая часть населения. Мы вчера с Олей на этой ступеньке до 10 просидели, проболтали, вот здесь вот мы сидели до 10. Уже все уже закрылись, все спать легли. В 10 уже все, никого нет на улице. Да, с 4 утра здесь начинается жизнь, здесь уже стоят повозки с чаем и булочками. В 4 утра открываются ворота ашрама, люди идут на омкар-медитацию. А в 9.30, по-моему, уже закрываются ворота ашрама. Или в 10. Или в 9. В 9. И все. И жизнь тут практически останавливается. Осторожно, Маришка. Вот это вот забегаловка. Ресторан. Самый дешевый местный ресторан. Один из. Спасибо. Сайрам. Идли вада. Фэн possible? Так. Стол такой зашибись. Что тут самое местное? Я не знаю, я заказываю идли вада. Вот смотри, 3 идли 30, 2 вада 30, пури 3 штуки 40, плейн доса 30. После Гуа мне нравится эти цены. Какая-то карам доса 35, масала доса 40. Ну тут можно завтракать, обедать и ужинать на 100 рупий. Баттер доса 50, чиз доса 50. Гуляем, я угощаю. За такие цены я всех угощаю. Отлично, хорошо. Вот, а потом покажешь жилье Симмелера. Сенсей. Покажешь, да, свое жилье? Да. Я, в принципе, неплохо спала, но кровать жесткая, у меня еще подушки нет. Я сбоку на бок, а так я в берушах ничего не слышно, а берушу утром достаю на улице, собаки лают, но петухи не орали, петухов нет. Собаки, машины, дети, ну, в общем, все, кроме петухов, но как бы нормально. С берушами нормально. У вас должны быть слышны наши петухи. Нет. А у меня окна сюда, вот в эту сторону. Угу. А петухи живут туда. Петухи туда. Так, ну что, приятного аппетита. Нам сейчас еще кофе дадут. Господи, неужели идли вода? Неужели каждый день можно это есть? И причем нормального, ну я правда мыла. Получилось еще раз. Нормальной консистенции вот эти идли, потому что они должны быть все-таки достаточно мягкие. А вот почему-то
делают на севере жесткие, как подошвы. А думаешь, у них нет нэпкинов? А вот нэпкины. Это же они, нет? Похоже на то. Вот они должны быть мягкие, вот такие. Все, приятного аппетита. Это вот не пшеница, это не мука. Это сделано из риса и дала, чечевицы, ферментированная. Вот, так что нам будут говорить, что мы едим мучное в немеренных количествах. Нет, это все полезное. Вот этот соус вкуснее, чем этот острый. Это кокосовый соус. Ну, это супчик. Очень вкусно. Давно скучали по этому. Именно вот по местному. Делают, конечно, на севере, но не так. Сэром. Красавица моя бабушка, которая цветочки продает. Похудела она, посмотри, личико стало такое осунувшееся. Она, наверное, про меня думает, потолстела она. Лицо по циркулю. Ну и во сколько наш банкет? 150 ира. Мне нравится так обещать. Чуть меньше $2. Деньги. Не знаю. Улыбался. Это вот девушка, которая с двух ночи продает чай. Сейчас, наверное, часов 10 утра, может, даже раньше, ее работа уже закончена. Сколько времени? Времени 9:40. 9:40. Вот она уже моет свои кастрюльки. Саши вот сейчас там, вот в Хануман-кафе на втором этаже, пьет кофе с круассанами, европеец. А мы будем искать байк для Марины. А вот он там кричит. Вон. Hello, hello. How are you? Все, говорит, хорошо. А мы сейчас поспрашиваем про байк. Вот тут озеленили, вроде бы не было в таком количестве пальм возле этого ресторана. И здесь тоже. Идем узнаем у САИ в русском ксероксе, сдает ли кто-нибудь в аренду байк. Сегодня парикорм, обход вокруг Потапарти. Мы хотим поснимать, поездить вокруг. Что окей? Что окей? Вот окей. One minute, you will come? Окей, он сейчас придет. Окей, окей. See you. Три o'clock, да? Сегодня. Заходи. I need a good scooter, Vijay. Red. No old. New. Red. Red, no, maybe. Может быть, black, no problem. Maybe black. Ну, короче, 3 o'clock, камбэк есть? Бананы, но они какие-то как кормовые, как будто бы, да? Это не для eating, да? This is for cooking. Их делают слоями и в кляре. Мы сейчас хотим зайти к Мии на ее работу. Она творит. Вчера вечером мы хотели показать, но было темновато. Хотим показать сейчас. Я бы цветок купила полосы, но у меня заколки нет. Вот, может быть, кто не видел, не знает. В прошлом году Мия реставрировала этого Шиву. Вот это все она здесь писала. И вот это
большая была реставрация. И сейчас мы идем к ней на работу, где она реставрирует. Это ее сева, это ее бескорыстное служение. Реставрирует тоже что-то. Вчера в темноте нам не удалось рассмотреть, что она делает. Сейчас мы позвонили, она сказала, что она там. Можно прийти. Да, навестить с утра. Для меня черная смородина 22. Для нее драйфрут, да? 30. Маришка мстит. Откинула меня от кассы, пошла сама расплачиваться. Я говорю, тебе мщу, теперь я буду расплачиваться. Ой, сори. Наконец-то. Мы даже забыли, что мы шли по поручению встретить Мию. Да, захотелось мороженого. Вчера не получилось вечером. Это твое, да. Мое должно быть с фиолетовым. Спасибо. Блэк Куран, черная смородина. А у меня американ. Как там, да? Драйнут, нат. Американ нат. Здесь сейчас все под солнцем. Пошли, вот там есть в тени местечко. Там. Вот это нам понравилось тогда. Американ нат. Там мой любимый ресторан, можно сказать. Во всяком случае, посадочные места. Вот рядом с бабушкой сядем. Она что-то там уже там кушает. Картонки есть, можно сесть. Да, на картонке сядем. А уж потом, набравшись сил, к Мие. Чин-чин. Сэром. Тут подошла группа индийских женщин. Всем раздали листочки. Потом всем раздали самосы. Но мы уже поняли, что нам пора освобождать место в этом ресторане. Не одни. А теперь к Мие. Маришка. Да, в этом норде мы с Катюшкой жили вот там. С Катюшкой, буддийской кэт. Цветочками. Фонтан покрасили в голубой цвет, освежили. Но я никогда его не видела, чтобы он работал. Вот первый раз в 2009 году сюда приехала. 15 лет назад ни разу он не был с водой. Поэтому уже дорога к Мие на работу. Прекрасный дворец. Привет. Очередная собачка, девочка. Привет, дорогая. Я вижу, охранник. Какая красота. Можно тебя обнять? Ангел, ты наша. Спасибо. Мия, как здорово. Какое место у тебя благостное, красивое. Соня, познакомься с Сонечкой. А, это Соня. Соня, Сайрам, будем знакомы. Как это не белка? Принесем тебе потом что-нибудь. Да вот. А, не изволят? Нет. Ну, надо же. Ну, иногда что-то изволят, иногда. Какая красота. Еще очень много... Еще, потому что камень все впитывает. Это камень? Ну, это вообще черный был темный. Где ты такой? Вот тут. Ой, как тебя выключить? Дева прямой. Это черный камень. Сначала делал подмалевок. Он все впитывает и постепенно вытаскивает по чуть-чуть, очень много ушло для того. Можно то потрогать. Он темный вообще, гладкий. Я его шершавила. Нет. Поэтому тут это семейная пара, как раньше, знаете. Может, так вблизи не надо, еще вообще не готово. Супер. Это семейная пара. А серебро? Тут немножко я добавила, они так любят... Золото, бриллианты. Ну, как сказать, фактуры вот этой вот, и в сале одевать, и все. Как красиво. Чуть-чуть я им добавляю фактуры, чтобы вытянуть из этого камня на передний план так. Но еще много, еще очень много драгоценных. Фон будет, это здесь луна, а не на лунной
поверхности. Тут будет еще горы, тут будет еще скипетр. В общем, очень много. Шива еще, вот я его только-только, ни теней, ничего. Платье будет сиять, тут все. Там будут цветы. А тут будет космос синий по краю еще с орнаментом. Очень много. А куда они его поставят, эту красоту? Закатят куда-нибудь. Закатят куда-нибудь. Так красиво. А ты успеешь до твоего отъезда? Да, я очень много сначала делала туда. А теперь мне камень отдает, и я постепенно начинаю передний план. Ну как это? Вам, девочки? Очень. Похоже на семейный портрет? Нет, очень красиво. Я дар речи потеряла. Я тоже. У них так интересно глаза. Вот как будто они на что-то одно все втроем вот так смотрят. Где-то есть точка. Еще глаза как немножко ушиву подниму, да, потому что ну, портрет это самое сложное. Но мне хотелось передать нежность Парвати, ну прям вот нежность. Ганеша хулиганистый, он сидит так на коленях. И такой устойчивый, спокойный Шива, мощный такой, чтобы был. Ну вот. Это очень нереально красиво, да? Да. Они сидят такой вот, ну, как бы лингам. Тут будут очень много еще фона будет. Это вот только начинает выступать. Я чуть-чуть поделала цветов там внизу. Там будет все в фруктах, цветах, все правлю еще. Все постепенно. Пишу, правлю. У тебя это в голове? А вообще, или у тебя есть вообще все картинки вот так они плакатные прямо смотрят. А мне нужно было в диске же сделать. Я ему позу поменяла. Я путем нескольких картинок сделала, сходила в ксерокс, мы там на компьютере составляли, сделали такой вот. И потому что, ну они другие, они плакатные, они прямо все сидят, в общем-то. И... Марина, вчера тебе помочь? Завтра придем помочь, давай, Марина. Марина. Я сейчас понимаю, я сейчас молчу. Я профессионал, почему, да. Я сейчас молчу, потому что я понимаю, что я погорячилась. Погорячилась, далеко не профессионал. Понимаете, тут начинаешь делать одно, правишь вот это, вытянешь что-то одно, ну это как в живописи кусок. Поэтому что помочь, тут сама я не знаю. Я могу тебе помочь, я могу рядом посидеть вот на этой прекрасной качельке, покачаться. Вот, это будешь покачаться, но вот тут лучше я буду сама. В зоне и гулять, и качаться на качельке. И место такое идеальное. Особенно мне понравилось такой задорный лось, на котором ты сидишь. Это мое полотенчико бывшее. Я его применила, вот оно, какое, да. Красота. Все в грязи, какая. Потому что тут я вообще вся в пыли, в грязи. Я сначала пришла, взяла мешок, тут все расчистила, тут все было в банках, в бутылках, ну, в стаканах, в этих пластиковых. Вот. У меня обезьянки сюда приходят к тебе? Слава богу, нет, но у меня Соня защищает, она со мной тут всю живопись. Вот садовник там. Он мне трон принес. Вот эти покрывашки все я покрываю, он за мной ухаживает. Соня отгоняет людей и собак. А как люди тебя тут находят? Как они умудряются тебя найти? Они говорят, так, а что тут перед Соней? Нет, давайте покажу, как у меня в телефоне, вот правильная Шива и все. А я всем объясняю, ну, ребята, это же только начало, это же все еще вот движется. Не отвлекайте, не отвлекайте художника. Они так сомневаются. Будет. Она еще вот только набросок прописана, она ну, с кистями, с этими. Как любят люди своими кисточками лезть в чужие картины. Причем это только начало, понятно, что все движется еще, но да, очень много вот этого. И вот вчера сказали, ну, наброски было лучше. Понятно, что насыщение иногда как приступает как грязь, но это вот надо вытягивать постепенно. Какой-то этап очень хочется, чтобы никто не видел, потому что, ну, вот смесь еще такая, нет ничего. Пусть художник тут садовник вкопает палочки, мы принесем сари, и мы тебя огородим, как вот там цветочки у вас огорожены вот этой тряпочкой, мы тебя огородим. А мы сейчас как раз шли с Мариной и обсуждали. Я говорю, моя мама любит давать советы. А я ей говорю, мама, у человека жизнь как холст. И он со своей кисточкой рисует, что хочет. Кто-то Малевич, черный квадрат, кто-то Пикассо, кто-то что. А ты, говорю, лезешь и каждому помогаешь. Вот говорю, когда скажет тебе Малевич, помоги мне, как ты видишь мой квадрат, тогда и беги со своей кисточкой и со своими советами. Потому что иногда даже приходят так, берут стульчик, сядут вблизи. А я вот там стою, мне нужно отходить, сядут так, что-то тут надо такое. Ну, в общем, и
Ну, знаете, и так идет сложно. Ну, сложно, я вам честно скажу. И я вот ухожу туда, в эту живопись, когда вот кто-то вот, ну, вот сразу такие колебания наступают, думаешь, что, ну, может, действительно так. Начинаешь переделывать, ну, зачем я переделываю? Ну, в общем, я очень поддаюсь вот этим, еще надо быть устойчивой. Но здесь, да, слава богу, меньше народу, чем там вот у Шивы. И, да, сумка уж мне нет, помогает вообще. Ты, конечно, шишку будешь грызть, а булочку нет, да? Мия, солнышко мое, я же была во время мамы. Вот для тебя такая книжечка. Спасибо, Маша. И сейчас прям откроется, да. Естественно, просад конфетки от Аммы. Спасибо. Загадай желание, обязательно скушай. Сегодня скушаю. Да. А еще я тебе купила такие сережки. Смотри, как они подходят к сегодняшнему наряду. Красота. Это тебе подарок. Благодарю тебя, Марина. Благодарю. Я тебя очень-очень люблю. Ты у нас ангел. С небес прям. Платье тоже заляпанное, с репутацией заляпанное. Работящее. Леночка, надеюсь, ты смотришь, Алексей. Лена и Алексей, зрители Ирины, из Новосибирска попросили передать такую прекрасную снежинку. Для тебя это брошечка. И вот это для тебя от Леночки. Она мне покрасила волосы, очень хорошая женщина. Вот, это тебе от Леночки. Лена, я передала. Снежинка – это какая-то мандала небесная, символ какой-то вот удивительный. Вот. Это брошечка. Это младенство. Спасибо большое, благодарю. Буду носить с радостью. Мия открыла на произвольной странице. Как обычно, мы хотим слышать послание. Сейчас мы послушаем послание от Аммы. В общем, истинное счастье и вечное умиротворение приходит только от божественной любви. И эта божественная любовь приходит только тогда, когда мы видим творение как единое целое. А сначала, дети, вся любовь, которую предлагает мир, в конечном счете приводит к страданию. В этом мире нет бескорыстной любви. Мы верим, что обретем счастье от того, что будем любимы другими. Но счастье не заключается ни в одном из объектов. Оно происходит изнутри в нас. Счастье в нас. Какое внутри. Послание божественное, нужное в нужное время, в нужном месте. Вот. Когда я начинаю двигаться в сторону советов других, не веря в себя, ну, потому что, видимо, оплота вот этого нет, я все равно, ну, к страданию прихожу. Вот внутри надо верить. И, во-первых, я как инструмент, я пишу то, что вот, ну, мне вот предлагается и передается. Вот именно. Это через тебя просто идет, божественный рисунок. Марина, ты для себя открой. Соньку уж не будем просить, правда? Ну, а может, и ей чего хочется узнать. Ну, она не как от вселенной. Нас, она... Неначитанная. Нет. Шишки грызет. В чистой любви нет бремени. Ничто не может быть бременем, когда есть не имеющая желания любовь. Настоящая любовь способна нести на своих плечах всю вселенную, не чувствуя никакой тяжести. Сострадание способно взять на себя страдания всего мира, не испытывая ни малейшей боли. Ой, ну тогда и я давайте открою себе сейчас. 72, прочитай, пожалуйста, послание мое. Так, Ирина открыла. Бог единственный, кто любит нас по-настоящему, не ожидая ничего взамен. Дети, даже если все существа в мире будут любить нас, это не сможет сравниться даже с той долей любви, которую мы ежесекундно испытываем от Бога. У меня просто очков нет, я не вижу. Нет другой любви, которая могла бы сравниться с любовью Бога. Вообще, да. В поисках любой человеческой любви и отношений мы просто где-то подсознательно помним, что когда-то Бог нас сильно-сильно любил, и мы ищем отголоски этой любви в человеческих отношениях, и получаем только страдания, по большей части. Не только, конечно, опыт еще. Я думала, любовь, а оказывается, опыт. Отличная книжка, Миечка. Мы, наверное... Внутри. Оставим, наверное, тебя, чтобы ты уже трудилась. Да. Сейчас я отключу тогда балалайку, да, как ты говоришь. Отключай балалайку, рекламная пауза. Ты не будешь кататься? А кто сплел качельку? А тут подставочка от унитаза, крышечка? Да, да. Все культурно. Но она, конечно, не знаю, выдержит или нет. Это для Ганешика? Для Шивы и Парвати? Да.
красивая, да? Здорово. Надо же так сплести. А кто сплел? Ты сплела? Оксана, которая тут приходит иногда ко мне, вот, вяжет всякие красоты. Так у тебя тут прямо клуб какой-то поддержки. Да. Там даже птички прилетают ее поддержать, поговорить. Может быть, белкины кусочки еды склевать. Уже место замечательное. Сонькины или белкины? А, это уже Сонька? Это Сонька. А, это Гуа белка у нас. Смотрите, как гордо посмотрел. Я Соня. Да, Ира, что? Смотрите, я разве похожа на белку? Там цветы, так здесь угу. Тоже живописненько, вот здесь, да. А для чего у вас вот там вот посадки, цветочки? Да? Пошли посмотрим. Пошли, покажешь нам перед уходом. Пойдемте, я вам покажу, где более. Вот, вот, вот. Открытое Паша. Место. Угу. Хорошо, да, тут у меня? А может, это... Идеально, знаешь, это лучше, чем пещера отшельника. Иногда люди, когда устают от большого города, они мечтают о гималайской пещере отшельника. А вот здесь тебе и творчество, и тепло, и все-таки иногда общение с людьми. Ух ты! Смотри, как их много. Несметное поле вот таких вот сокровищ. Они все в этих пластиковых горшочках, да. Их потом можно их куда-то пересадить. Они на моих глазах, можно сказать, выросли. Угу. Их поливают, самую жару ходит, вот да. Такая все время нагибается девушка, вот каждый поливает, да. И ну, тут возле это. Дворца, и там вон на горе дворец. Мичка. Гуд карма, скажу я тебе, работать в таких Ой, условиях. Гуд карма, и такое угу. Писать, конечно. Еще ставишь мантры Дева Примал, я смотрю. Сонь, нет, мы не уходим. Работать, работать. Арбайтон, давай я возвращаюсь. Солнце еще высоко, иди работай. А? Немецкая школа? Да нет, я так выпендриваюсь. Соньку языкам учат. А у Соньки, посмотри, тоже вот, как я говорила, у индийских у многих собачек точка на лбу. Все-таки она не зря в Индии родилась, она связана. Точка на лбу и ушко. Нет, ну вот это вот, большая вот эта вот, как будто она все время пуджи делала. А мы много лет знакомы. А, много лет? Да. Она здесь, в Ашраме, живет? Да, что-то, это Ашрамная. Она территорию поменяла. Сначала она жила там, где мандир. Вот, и я как-то Да, мы с ней уже подружились, видишь. Она меня уже любит. Все твои собаки почему-то потом достаются мне. А что поделать? Когда ты уезжаешь, я их кормлю. Наследство. Да, наследство мне остается. Спасибо, дорогая, да. Когда будешь свободна в любое время, зови, пиши, звони. Ты теперь ко мне попрощаться подошла, да? А я вас позову, девочки, когда закончу, чтобы вот уже... Отлично. И мы проведем... Пуджи. Все, спасибо. Пока. Соня, пошли, возвращаемся. Как бы попасть в этот дворец Саибаба? Хоть глазочком можно как-нибудь посмотреть внутри убранство? Моя просьба. Но это не пятый лепесток на ромашке, который загадывает желание, а просто. Вдруг допустят когда-нибудь. Ай. Мы пойдем или поедем? Да, пошли чуть-чуть. Пошли пешком. Ага. Индийцы, смотри, вот девочка с мишкой просит денежку. Он стоит, курит, предлагает ей хабарик. Ну нормально. Живут в путапарте, ходят на даршаны. Издеваются над нищенкой. Очень смешно. Байк готов для Марины? Смотрите, какие шарфики. А, тут прямо наборы шарфиков. Вот тут 5 шарфиков, наверное, в районе 700 грамм весит. Что, нашли тебе что-то? Да, черный скутер. Сколько стоит? Он сказал, я еще не узнавал. Да он что-то меня динамит. Динамит. Пошли апельсинового сока опять выпьем.
Я как приезжаю в Путапарцы, мне прямо их так сок нравится апельсиновый. В Гуа он с мякотью. Он какой-то другой. И там еще эти косточки разбиваются в блендере, он немножко горьковатый бывает. А здесь прямо чудесный, один чисто сок. Ты такой нарядный, девушка. Поймал, поймал. Только уже свернули к дому. Все, сэра, спасибо. Пропуск на двоих сегодня, ладно? Какой на весь день. Хорошенький такой. Он прям так благодарен. А у него, смотри-ка, и палочка такая обмотанная, красивая, беленьким. Как у Деда Мороза. Да, точно, как у Деда Мороза. О, ура. Я так пить хотела, и вижу. Я прямо залпом, залпом. Фу. И последний марш-бросок. Идем на румтур к Марине. А потом отдыхать до вечера, лично я. Сайрам, товарищи. Ну что, мы пришли ко мне в гости. Добро пожаловать, друзья. Второй тур. Кстати, моя фотография на аватарке ВКонтакте сделана на этом балконе. Сзади голубой балкон. Мы здесь жили, в этой квартире, с Сашей целый год. Этого не было. Было все пусто. Этого не было. Даже полок не было. Вот там балкон. Тут обезьяны вчера просто устроили. Ого! Да у вас шикарно. Вот этого тоже не было. И холодильник, даже воркинг. И холодильника не было. Сетки поставили. Сеток здесь не было, и забегали все время маленькие обезьянки. Фу. Отлично. Классно. Какое пространство. Здесь две комнаты, обе с туалетами. Да. Каждый комнат в туалет. Вот здесь я уже. Прекрасно. Вообще. Шкаф такой. Ну вот нам сдавали, было все-все-все пусто. У нас многие друзья были здесь в гостях, в этой квартире. Горячая вода есть, душ с горячей водой. Тоже не было. Да. Ну, молодец, хозяюшка. Классно. Напоминаю, квартиру нашла по объявлению в Телеграме. Угу. Так что ищите. Сеток. Сеток тоже не было. Классно. У меня нет подушки, я сейчас буду покупать. Спала на своей курточке. Но вообще матрас жесткий, надо было что-то думать. А одеяло я оставила на план. А есть матрасики вот такие обычные, дешевые, мягкие. Купи, он, наверное, в районе 1000 стоит. Я куплю и под спину. Ватный. Угу. Вот. Потому что невозможно, я сегодня так замучилась, так-то хорошо здесь спать. Но... Вот. Пригодилась моя вот эта штука. А мы здесь вот жили, когда только поженились, и разница менталитетов была, так что у нас искры летели, мы так ссорились. И однажды Саша ушел, а пришла подруга. И мы вот там сидим, и я ей с обидой говорю, какие-то там мои претензии к нему. И вдруг мы слышим грохот такой. Она говорит, может, он пришел, чем-то швыряется. Мы посмотрели, дверь закрыта. Но вот это зеркало слетела и улетела в середину сюда, и тут дребезги разбилось. Оно было такое прямоугольное, причем висело оно крепко. Это настолько моя злость подняла вот предметы и разбила, расшвыряла. Вот, представляешь? А мне Марина показала, говорит, кажется, я нашла комнату и показала вот с этого вот. Я говорю, кажется, мне это знакомо, да, фотографию показала. Друзья, цена 300 рублей в сутки, но... Я живу здесь не одна, там вторая комната, точно такая же, как у меня, живет девушка,
Настенька ее зовут, мы вчера познакомились, все прекрасно, но мы друг другу вообще, я ее не слышу, она меня, у нас, видишь, какое расстояние. И у каждого свой туалет, мы вообще, я закрываюсь вечером, сижу там, монтировала вчера видео, наконец-то у меня есть время для монтажа, друзья, скоро выйдет мое видео. Вот, поэтому... А по тем ценам, которые здесь, в Путапарте, еда, тут не надо готовить, не надо тут вот обедать, ужинать, заморачиваться, только если фрукты или водички. Я вообще не хожу, я сижу там, аж, ну, вот в холодильник там что-то положила, шоколадка у меня с Гуая привезла. Все, я так кушать, что мы сегодня за 150 рублей позавтракали? Кого здесь готовить? На двоих, да. Пойдешь одна, на доллар поешь и все. Сегодня я тем более хочу мамашки поесть, а Мари. Слушай, ну что, бери ключи, пошли, езжай за подушкой, а я пойду домой. Прекрасно, очень молодец, молодец, и хозяюшка молодец. Такие нежные занавесочки хозяйка выбрала, да, приятные. Сколько в итоге ты платишь за месяц-то за комнату? В общем, если посуточно 300 рублей в сутки, а если за комнату, то 5000 в месяц. Угу. Каждая по 5, да? Да, каждая по 5. Как вся квартира, это стоит 10 тысяч в месяц. Если, допустим, вот я могу одна ее снимать, девочка скоро уедет, то если я заплачу десятку, то я вся. В принципе... Десятка, да, это... Зачем мне вторая комната? Так, чтобы в таких огромных хоромах жить. Здорово. Чистенько. Чистое, светлое, отремонтировано. Видно, что они освежают, белят. Здесь не было вот этой решетки, обезьяны постоянно тут скакали. Вчера пришла, такие огромные, они причем большие, скакали у нас на балконе, я так испугалась, потому что смотрю решетка, у нас все в решетках, угу. Они скачут вокруг, но, кстати, сегодня удивительно их нет. Петух! Поздравляю, у меня окна не твой эту... триггер. Да, но у меня окна не сюда, слава богу, а в ту сторону, поэтому я не слышу его. Пусть их себе кричит, насколько ему влезет. Все, давай, счастливо тебе сходить в Суперсай Базар. Купить подушки. Тазики, тряпки, короче, все, ага. Надо там мыть. Ой. Пошла я за хозяйством. А мне надо чемоданы разбирать. У меня погром, у меня вернулись две посылки, и одна из них раздавленная в дребезги. А там были хрупкие вещи. Это что-то. Я пойду короче, смотреть размер ущерба. Все пошли своими делами заниматься. Давай, ага. Все, до вечера, увидимся, до да. Парикормы. Да, все, угу. На связи.